Всем привет, ребята. Сегодня сходим в пустошь. Покажу вам, где боссы находятся, как ее проходить правильно, пока там чуть-чуть она багованная. Ну как багованная, камушки нельзя собирать. Неполноценная, скажем. Ну, все исправят. Вот мы попробуем пройти в три лука и в хила. Бафы можно не накладывать. И побежали. Моба вагрить не надо, нужно наоборот пройти быстро. Задача убить 4 мини-босса и главного босса. На мини-боссе могут появляться куча мобов. Если они появятся, они могут нас приговорить. Потому что мы без танка, лотой будем танковать. А хил я не знаю, взяли с мира, насколько он крепкий. Вот, оббегаем, чтобы не сагрить. Первый находится, бежим по правой стороне. Ох-ох-ох. Вот там будут сейчас появляться колонны каменные. О, кто-то сагрился, но это цветочек. Вот они, вот тут первый босс. По левой стороне, по краю пробежались. На все про все дается 25 минут. Это мы так убьем, чтобы он на нас не сагрился во время драки. Блин, хил где-то отстает. На лошадке, наверное, да? Эй, привел. Еще я смотрю, он и подвисает. Кто-то шипы поставил. Вот хил, взял наагрил. Ну ладно. Потерялись секунд 20, да? Теперь лоту отправляем туда лоту. А ну, мобы по бокам не выбежали, нам повезло. Значит, этого мы легко убьем. Баночки отпиваем, чтобы мана была. Кстати, починили, теперь банки опять можно покупать. После обновы вчера нельзя было покупать банки. И там еще некоторые ингредиенты не покупались. Но уже все починили, уже все можно. Так, вот 156 тысяч хп у этого босса, он особо не дамажит. Страшно, когда выбегают куча мобов. Тогда нужен танк. Что нам дали? Сундук. Один с каждого падает по одному сундуку. С главного 3. Также с каждого падает частица духа Брена с главного 3. То есть за весь квест, данж, не квест, данж, вы получаете 7 духа Брена и 7 сундучков тех. Второй где находится? Мини-босс. Где-то вот здесь он ходит. Такой здоровый мини-боссик должен. Вот по вот этой прямой. Что-то его не видно. Непонятно. Он куда-то ушел. Ладно, мы убьем того, а потом к этому вернемся. Но он должен там ходить. Потому что третий все равно бежать потом туда. По правой стороне, вот туда вдаль. А ну, мобы не выбегают, не выбегают. Все чудненько. Этого мы тоже легко убьем. Причину их выбегания я пока не понял. Потому что бывает на каждом выбежит, бывает вообще ни одного. А нам же они ничего не дают. Нам главное убить босса. С них там простой лут падает, да и все. Маги могут еще быстрее проходить. Пофиксили нам луком через прыжок небесный выстрел делать два раза.
теперь нельзя. Нормально дамага мы потеряли. Так, где же этот босс? Первый раз такого, что он тут не ходит. Вот тут должен находиться второй босс всегда. Сейчас пойдем последнего убьем. К этому не знаю, где его искать. Без него можно. Ну тогда пройдем на А, не на С. Никто не согрелся. От этих отошли. И видите, остелы пропали. Не видно. Ни напротив ни одного персонажа. Не видно ни одного остела. Теперь, чтобы бафать остела или хилить, надо прям на самого остела в игре нажимать. И тогда уже его хилить. Не знаю, специально это сделано или баг. Когда убьете главного босса, вы можете сразу побежать главного убить. Но вам дадут за то, что вы мало убили мобов, на Б пройдете. Опять дали всем частица духа Брена, сундук с камнями, это главное. Все остальное ерунда. А где ходячий? Да, вот и я не могу понять, где ходячий. Решил сегодня спрятаться ходячий. Но я забегу, погляну все-таки. Они на главного побежали, а я посмотрю на всякий случай. Где этот ходячий? Но нету ходячего. Цирк. На своем месте его нету. Ладно, побежали на главного. О, вот он. Бежите ко мне. А ну, увидят. Чуть-чуть ходит не по своей, видите, он может выше чуть-чуть заходить. О, мабы какие-то сагрелись. Видите, это уже плохо. Эти мабы, вот, то, что я вам говорил, их много агрится, это боль. Сейчас нужно будет ставить капканы. Давай лужу замедления поставим. Что-то не хочет ставиться. Ну, проходим нормально. Вот столько мобов появляются. Я грятся на одного. Ну, я иду сразу в центр. Ой, зачем я капкан поставил? Давай баночку выпьем. Да отойди ты, бычок. Масухами сейчас добьем этого индюка. Сколько у нас? 16 минут. Ну, время нормально. Тот раз мы за 10 прошли с чем-то. Сейчас за 13, наверное, пройдем. Я так понял, если половину времени укладываешься и всех боссов этих мини убиваешь, то тебе дают на S. Если больше, чем 12,5 минут, то на А уже по времени. Ну или если хоть одного босса не убьешь, то тоже уже на А. Уже всех четверых. Вот опять дали по одному сундучку. По одной частице духа Брена. Нужно 100 штук, чтобы сделать бижутерию. За один заход 7 получаете, если полностью всех боссов убиваете.
Получается, вам нужно сходить 15 раз. По 6 билетов. Это сколько у нас? 90 билетов. Нужно потратить, чтобы одну бижу сделать. Но у вас еще останется 5 духа древа, да, этих, ой, не духа древа, как они, частицы этих 5. Это я 105 частиц посчитал. Все, нужно быстро агрить. Ну, уже за 2,5 минуты нужно убить. Если убьем, то все хорошо. О, у меня еще 30 секунд откату златогрива. Ничего себе. Я и не посмотрел, что мы сразу быстро пошли. На 50 уровне у златогрива 19 минут откат между появлениями. Таких двоих вызвал. Все, Златогрива, иди, мочи его. Вот это самое опасное у него. Может убить. Если там по два кольца попасть, от нее нужно обязательно отходить. Не, ну танку можно стоять. А тому, у кого 7000 хп и меньше, то обязательно отходить. Пробьет. Вон, видите, оно тук-тук-тук. Если один кружок зацепил тебя, то нормально. Если 2-3, то больно. Там, видели, круг на круге. Сейчас пройдем. Я думаю, мы успеваем на S. Должны дать S. Уже проходил за 10,5 было S. За 11,5 было S. А за 12,50 чем-то, вот это, от этого прыгать надо, дали А. Из-за времени. С, видите, 11.48. С, и дали по 3. 3 частицы духа Брена. 3 сундучка, рубины, изумруды. Такое, всего по чуть-чуть. Шмотки беспонтовые, фиолетовые, синие. Разобрать, продать. Вот такая вот у нас пустошь Брена. Это... нужно собирать. Вот сейчас по логике осталось 12 минут, 13 минут, 12 секунд. Можно пойти и все пособирать. Но они багованы, их нельзя сейчас собирать. Так что придется просто в мире собирать. Что я заметил? Ну, эти мне еще не падали. Я уже сколько раз ходил. 6 или 7 раз я ходил. Восковая печать еще ни разу не упала. Сосуд с духа Эллы. Это, наверное, падает, когда ты камни собираешь. И бусина Эллы. Они, понятно, что не упали. Все. Вот. Вот такой вот новый данжик особый. Подписываемся на канал, ставим лайки. Кто хочет ко мне в гильдию, заходим, подаем заявку. Дискорд обязателен. До скорых встреч. Пока.